Скажите, пожалуйста, какое самое яркое событие в вашей памяти во время освобождения города Петрозаводска? Самое яркое, когда мы были в пятом лагере, это в районе старого вокзала, 42-й барак, недалеко от проволоки. И самое яркое это впечатление. Некоторые из других лагерей бегали на пристань Онежского озера, а мы бегали, когда пришел первый поезд на станцию Петрозаводск. Это неизгладимое впечатление. Оно останется у меня на всю мою жизнь. Когда пришел поезд, он издалека с северного семафора дал протяжный звонок. Что творилось на перроне? Такой был стон, когда подошел, там было отцепление НКВД, народу было много-много, когда подошел поезд, открылись вагоны, сначала там были пассажирские, потом товарные, оттуда выскакивали, и здесь все отцепление прервали, и все бросились к этому составу обниматься, целоваться. И вдруг стон, а ты моего Ивана не видел? Это, не знаю. Мы бегали встречать отца, но отец в этот день не приехал. Он приехал дня через три. Приехал. Мы разминулись, мы так его не встретили, пришли домой, идем, а там женщина говорит, а Павел Ильич уже вас дома ждет. Ну, вот так получилось.